так у меня, блин, это... Всё-таки жаль-то, наверное, по-любому нанесёт за счет того, что у нее сами бафы еще сильнее. Больше? Жаль-то вообще с кем поставить умудрился. Ну, у меня Мерли... Ну, смотри, первая тройка. Жальтер с эссенцией на бастер-карты и 50% это, заливкой сразу. Далее идет Диармайт, просто потому что эссенция, которая усиливает бастеры на 3 хода. И Шекспир, такой же эссенция. Затем идет Тристан, потом идет Мерлин, а уже потом Мэш. Я бафую Жальтер, увожу ее на место Мэш, то есть самый зад. Все. Отлично, это прошло хотя бы. Мне, конечно, ради прикола можно было бы играть сразу с первого же хода, но с первого же хода... Тут в чем прикол? Потому что, по-моему, он наваливает эффективом. Да. Но у меня он дожил до 21-го хода, до его конца. Я понял, в чем прикол. Мерлин. Мерлин же заливку каждый ход. Да. Еще бы кто-то скиллы бы откатал. А хрена ли она кританула? А понятно. С чего бы и нет? Она каждую атаку решила у меня критовать. Нормально. У меня так две бастер-карты она кританула. Она с уменьшением атаки от Диармай, да, там нехилое такое уменьшение атаки. Она такая хоп. Минус все лицо, просто убивает слуга на криту. Да. Почему бы и нет? Почему бы и нет, действительно. Я ненавижу это. Просто фейт какой-то, он долбанут. Он... А как так, переживать с Инефис вместе с Мерлином? Если у тебя защита закончилась. А, у тебя Давид должен успеть откатываться. Ты используешь также иногда защиту на Мерлина. Ну, короче, скилл Мерш используй иногда, чтобы залить. Если ты хочешь использовать Инэш Мерлин, ты можешь залить, в принципе. А так, в принципе, да. С Мерлином выживать чуть проще. Главное, что... Ну, с Жанной еще проще. У меня проблемы в первом ходу, то есть меня убивают почему-то теперь Диармайт, хотя не должны. У тебя Диармайт вкачали, что ли? 70-й уровень. Вопрос, нахрена отпадает? Нахрена? Нахрена? Нахрена он был вкачан? Да. Я по ошибке. Перепутал, да? С Синхуэнем? С Кухулиным. Ну они похожи. Что там копия, что там копия. В итоге Диармайт стал моим первым лайнером и... Ну не Гравлиной же. Да. Фууу. Я хочу упороться просто. Приходи бомжами, если хочешь упороться. Прям как я. Почему не просто не знаешь? Даже не до конца вкачанными бомжами. Что-то мне кажется, нихрена он не откатывается от сил Давида. Костюм этот, который станет. У меня у Тристана всегда откатывалось. То есть у меня череда была. Не знаю, что нафиг достаточно легко спалить. Я просто захиливаюсь. У меня даже с Тристаном это получилось. Так, нет, ладно, Винздрав. Это плохая... 2 hours later. Карт подряд. Восхитительно, так. Давид не убьет. Да ну нахрен. Как ты это понял? Я знаю, я не...
Я не сильно-то сейчас рассчитываю. Я так сейчас. Во-первых, откидать фантазм. Может, хочу. Просто единственное, сейчас смысл откидать их. Потому что Давида больше никак не использовать. Трррррм. Вот это урок. Берлин больше накинул. A few moments later. Так, минус один. Почти. Ща. По идее. Я не знаю, сколько я сейчас урона нанесу. Вот абсолютно не представляю, наверное. Он, по-моему, не нанесет сейчас урона. Он не нанесет урона. Мне карта нет. Ну ничего страшного. Ну какой был бастер карты? А бастер карты офигенно нанес урона. Да, он бы не снес. Ну ничего, ждем следующего. Давид вечен просто. Так, мы... One season later. Как-то больно. По-моему, это конец. Это первый. Так. Так. Да.